О! Авраам родил Исаака. Ничего себе. Дядю Исаака я более-менее помню. Он был военный тогда. Зяма был нетманом. Сел в свою оптику на Сретенке. Она долго там проработала. Мне, кстати, хорошую оправу достал. Я помню. Мотьке, между прочим, полтинник через месяц. А как был мудак. А главврачом Грауэрмана был тогда такой Борис Львович, их дальний родственник. Клара с Семеном как уехали в 41-м в Челябинск, так там и остались. Нет, писем от Наума давно не было, не знаю, как там у них. Мося все делал сам, золотые руки. Ее, кажется, звали Дора. Она была, по-моему, не очень нормальная. Спокойно, спокойно. Гейса целый день пила ужасно крепкий чай, валялась в халате нечесанная, курила папиросы одну за другой и читала романы. Грязище в доме было. Додик был своим детям и матерью, и отцом, и нянькой, и кем угодно. Беба с Рахилью не захотели уезжать, остались в Киеве. Сказали, кому мы нужны такие старые? Ну и сами понимаете.